Всех приветствуем снова. В эфире снова передача «Барахолка». Смотрите, какая интересная тарелка. На черном фоне ручная роспись. Интересно. Интересно. Опа. Мы ее на место положим. Закроем. Так. 25. Ага, это Худчин Ройтер. Или Арцберг, я не знаю. Вот такой вот кофейный сервиз. Какая сахарница красивая, смотрите. Ну, сколь мы здесь, залезем и сюда. Ух ты, Арцберг. Смотрите, какая тончайшая вещь. Очень много чашек тончайших. Вот они как просвечиваются. Очень красиво. Молочник, сахарница. Ага. Вот кайзерваза за 6. Почему бы нам на нее и не посмотреть, правильно? Громко не могу я, ребята и девчата, говорить. Какая ваза прикольная. Да. Ох, какая кошелька милая. Хорошая. Рыжичек такой милый. Рыжулька. Привет. Как ты поживаешь? Люблю я, ребята, котов. Ничего не могу с собой сделать. Обожаю просто. Просто обожаю. Так, чашечки по 50. Куколки итальянские, классные. О, видите как? €6 стоит старый немецкий воск. Прелесть. Тяжелый, тяжелый. Тут воска. Написано Карл Шпицвек. 1808-1885. Эркомт. То есть он идет. Тут, видите, дама с зонтиком, мужчина рядом в такой треуголке. А вот
господин, исполняющий какие-то служебные ритуалы. Класс. Видите, какой восковой барельеф. Тяжелый, очень качественный. Поставим его на место. Опа! Так. Вот он здесь стоял. Вот так вот. Какая-то тарелка с индюком. Ясно. Три пятьдесят. Времена года. Серьезно? Покажешь. Уже да, вот я смотрел. А это самое. Вот это коричневое, это сколько? Сейчас я тебе скажу. Коричневое это 2 евро. Ага. Значит, вот это 2 евро. Это старинная, милая, золотая, слоновая. Слоново-костная. Да я знаю, я просто прикалываюсь. Она такая легенькая. Да-да. Я просто прикалываюсь от того, что если я, знаешь, там типа якобы кто-то не то говорил, то типа я оскорбляю какие-то уши. Ну, ребята. О, вот это тоже классно. Сюда, кстати, очень много всего помещается. Легенькая. А это Райхенбах. Райхенбах, да. Да, видишь, очень классно. Слава богу, мы мало голубцовывали рулетиков на месяце. Выучили. И стоит она 2 евро. 2 евро, да. Взять, что ли? А у нас дилемма, какую выбрать нам. Ну, мы покруче выберем, мы покрасивее. Ну, это тоже красиво. Это да, ну, это не нашего уровня. Это не нашего уровня. Мы выберем более крутую. Ну, соответствующую нашему статусу, да? Статус все-таки обязывает побольше золота, побольше слоновой кости. Я хочу сейчас сложить. Хочу сложить эту милую. Она 2 евро стоит? Да. Вот это, да? Да, 2 евро, да. Потрясно, смотри, сколько здесь золотых. Видишь, какая-то даже. А, это внутри просто листик. Очень красивая. Угу. Как перышко. И причем какая-то редкая марка. Я ее, в принципе, это маленькая там что-то написано, да? Я ее даже как-то... Золото сохранено. F45 стоит 2 евро. Очень классная вещуга. А вот это... 3 евро. Это 3, да? Угу. Я вот мельком просто хочу. Что-то я такое очень красивое заметил. Какой просто потряснейший. Ага, 10 евро, ох какой. Сервиз очень красивый. Вообще, такой чайник. 10 евро. Ты посмотри какой. Да. Какие чашечки. Винтерлинг. А, это Винтерлинг, да. Ну, это действительно крутой Винтерлинг. Шпильмашина Geeignet, слышь?
Угу. Даже можно в посудомоечной машине. Очень красиво. Вот она. Вот причем комплект. А нет, 5 чашек. Раз, два, три, пять. На 5 персон, короче. 5 тарелок, раз, 5 блюдец, 2, 5 чашек. 3, 4, 5, да. Интересно, этих раз, два, три. Да, это все нормально. На 5 персон. Все нормально, да. Чайник меня просто... Очень красивый. Он рельефный, он объемный. Чайник меня просто вывел... Из равновесия. Из равновесия. Выбил, да. Просто... Да. Просто бесподобно. Я хоть... Надо будет обязательно сделать фотографию. Ох, какой. Надо фотографию будет сделать. Смотри, какой рельеф, да? Угу. Объемный, красивый. Угу. А какая роспись и какой он весь объемный. А форма вообще угу. Великолепная. Угу. Очень красивый. Да, интерлинк 10 евро. Что же делать? Купить что ли его? Зеленая, ну как-то вообще, смотри, один цвет, а каемочка зелененькая, угу, как у этого. Как крокодил. Да, вот. Рулет можно порезать. Это какая-то Мелита. Мелита. 2 евро. Есть такая вот марка блюдо. Кофе Мелита. Новая, неиспользованная. Угу, супер. Супер красиво. Я думаю, может этот сервиз купить за десятку. Это вообще можно, просто да. Песня. Давай, конечно. Что-то он мне так дико понравился. А ну-ка, что там? Ну, вот прикольно, это заварник, но сеточки там нет. Ничего. Не, я понимаю, да, но интересная конструкция. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что вот такая очень конструктивная особенность, да? Смотри. Мы его купим, этот сервис. 10 всего лишь. Для сравнения, я вам скажу, господа, 10 евро это немного, потому что заходишь там в продуктовый магазин и я даже боюсь сказать и сколько может быть это и. Я даже вот не поленюсь. Это красиво, это да, я не поленюсь просто, понимаешь? Поставить трио. Прелестно, мы его берем. Что, так хочу. Маленькую такую Белочку, сделать. Да? Да, такую маленькую дислокацию просто сделать. Какие небольшую. Красивые это опять же исключительно для наших гостей, которые в данный момент тратят свое драгоценное время и смотрят наши вот эти вот все. Вот эти вот, даже не знаю, как назвать. Просто хочется, чтобы они это увидели. В полном объеме. Вот ободок зеленый. Зеленый призеленый, как моя тоска. Так, что это здесь? Ну, это грязь. Да, это просто грязь. Вот она. Вот, господа, это Винтерлинг. Это все очень народно, заслуженно. И со всеми прецендалами. Сливочник и сахарница. Ну, а чайник это просто вообще... Так, вот он луковый узор. Видите, лучок. Свибельмустер. Фаянс. Огромное количество встречается таких тарелок. Вот какая огромная и красивая
нектарины. €4. А что, ты еще видела там что-то, да? Я тебе хотела молочники или сливочники показать, потому что некоторые их собирают, и они с удовольствием на это смотрят. Ага, а где они? А вот, заходи, заходи. Ага. Ух, такие микро чашки. Я боюсь, что я начну собирать сливочники. Угу. Во-первых, я тебе вот эту вещугу хотела показать. Ага. Как раз то, что нам надо. А, нет, это мы еще сильно. Мы еще круче выберем. Сервиз, это сервиз. А, это сервиз. Ну вот она, троечок, стоит 3,50. А легенькая, ты заметил, какая легкая? Да, очень, так, очень легкая. Так, ну-ка, сейчас посмотрю, что это. И вот он, продолжение этого сервиза, кстати. Угу. Миска круглая, большая. Угу. А, это Германия. Причем старая. Это мануфактура, которая уже не существует. Угу. Я говорю, и все вот так стоит, и в прекрасной форме, вообще не использовано вообще. И вот ты посмотри, какой шикарный соусник, какой он легкий. Да, но это не отсюда, да. Это просто сам по себе. Мне сервиз, конечно, очень нравится. Соусник гуляет сам по себе, видишь? Он легенький какой, а какой красивый. Посмотри, какой рельеф. Какой рисунок, он такой интеллигентный, вот. Он не яркий, не броский, но в то же время очень такой спокойно интеллигентный. Класс. Вот я на английском. А нет, это Зельтман Лайден. Это Зельтман. Давай не будем сразу соус называть какие-то наши предпосылки. У меня уже, конечно, есть пару соусников, не хочется вдаваться. Вот это собирать, Англия. Собирать. Бристоль. Достойных вещей. Мне надо брать хэнди и тоже снимать. Да, хэнди снимать, это я бы не сказал, что это очень удобно в смысле физики. Ну, мы и так снимаем и на хэнди, и без хэнди. Вот, и красиво, тоже смотри, вот. И, а в основном с хэнди, а в основном бывает, знаете, и киноаппаратура задействована на колесиках. Ну, всякое бывает. Бывают осветительные приборы, как закатишь. Пока установишь свет, ой, а звук, пока микрофоны развесишь по всему залу, пока статистов расставишь, ой, это столько времени, боже мой. Смотри, какой соусник шикарный. А мы сейчас вот подойдем и покажем эту массу. Я просто заинтересовался вот этим, знаешь, таким солдатским таким вариантом, вот этот вот бум. А еще сверху на полу. Да, да, я вижу, да, ты посмотри, какой огневой такой, знаешь, если бы я еще мог увидеть, кто его сделал. Такой вообще. Он керамический. Керамический, да, он такой вообще такой армейский. Соусники, конечно, здесь это просто. Просто армейский. И вот сервиз. Тоже керамика, 15 евро, тоже очень оригинален. Да, вот он какой. Такой простой бухгалтер. Милый мой бухгалтер. Вот они. Масса, то лучше не там трогать, ты знаешь, я боюсь, что. Да, я боюсь, что. Как они форма, да? Не упали. Обтекаемо. Угу. Очень интересно. Ой, где столько соуса взять? О, а вот и почему вот мы этот не смотрим? Смотри какой. Это что же? Бля, и соусник здесь какой. Но это не из этой оперы. А это вот. Это Митер Тайк тоже, видите, прикольный и красивый. Вот это для Джеки. Ага. Хороший. Вот Митер Тайк. Его в раздроб продают. Такая большая рыба. Где? А, рыба, да я ее не заметил, да, блюдо. Не надо нам такое? Да уже рыбы, ты знаешь сколько. Так, ребята, эту серию пока заканчиваю. Не знаю, может, еще одну снимем. Всем всего хорошего. Приходите, заходите, располагайтесь. Пока.